Привет, с вами Ксенон, а это новости 2x2. Фильм про Бэтгёрл, может, и отменили, а вот в играх она еще появляется. Вышел геймплей игры Gotham Knights. По ее сюжету Бэтмен и Гордон погибают, так что в Готэме очередная вспышка преступности. Разбираться со всем этим придется ученикам Брюса Уэйна. Среди них, например, Робин и Бэтгёрл. В видосе именно она сражается с бандой фриков и их главарем. Где только не был Джон Уик. В Нью-Йорке, в Риме, в Беларуси. Что дальше? Режиссер фильма Чад Стахельский рассказал, что в будущем не против отправить киллера в космос. К примеру, он поставил фильм «Форсаж». Раз Вин Дизель смог, то и Киану Ривз справится. Стахельский также предупредил, что не будет спешить с новыми частями. Он хочет обдумать прошлые ошибки и разогнать новые идеи. Так, слэшер мы уже сделали. Пора взяться за постапокалипсис. Разработчики популярного хоррора Dead by Daylight показали трейлер игры Meet Your Maker. Жизнь на Земле практически исчезла, оставшиеся участвуют в странном эксперименте. Они забираются на чужие базы и собирают ценный генетический материал. Именно он помогает им выжить. А свои базы можно улучшать. Например, строить внутри лабиринта, чтобы путать своих соперников. Ну а с вами была Ксенон. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа.